Ушел на дно. На улице Чернышевского легковой автомобиль провалился в яму, которую вырыли коммунальщики. На участке между Провианской и Радищево проводится ремонт теплотрассы, поэтому его пришлось перекрыть, а значительная часть домов на центральных улицах города остались без отопления. Яму, вырытую для проведения аварийных работ, по словам представителей Волжской ТГК, перекрыли и оградили спецзнаками. Однако это не помешало легковому автомобилю провалиться прямо в нее. Специалисты не исключают, что из-за тумана водитель мог не заметить предупреждающих знаков.